Всем привет, мои друзья и зрители моего канала. Сегодня с друзьями я еду в горы. Смотрите, как у нас в лесу снег лежит. Начало октября. Такая у нас природа. Мы едем. Такая красота, какая рябина. Едем, едем. И вы с нами. Вот, друзья мои, едем мы по такой дороге. Дорога, конечно, экстрим. Это для тех, кто любит экстрим, такая дорога у нас есть. Пожалуйста, испытайте себя и свою технику. Приезжайте, покажу. Вот, друзья мои, еду я на таком внедорожнике. Вот. Форсируем преграду. Идет. Идет. Красава. Ну хорошо, прошел. Едем дальше. Вот, друзья мои, подъезжаем мы к большим столбищам. Вот мои спутники. Ася. Ася, помаши ручкой. Олег. Сейчас, значит, мы пойдем туда. Еще нам проехать осталось полкилометра. Мы попробуем проделать новую дорогу. Такая красота у нас. Посмотрите. Небо голубое. Ну, идем, едем. Ну вот, друзья мои. Добрались мы до больших столбищ. Такой небольшой хребет, но очень красивый. Тут такие скалы. Сейчас я вам их покажу. Ну, забраться на них без снаряжения невозможно. Да и не по такой погоде. Такая вот красота открывается. Высотой они 1,40 м. В общем, сами представляете. Так монументально они смотрятся. Сейчас подойду поближе, покажу вам их. Ну, мы пройдем сейчас вдоль хребта. Хребет относительно небольшой, в длину 500 метров. Посмотрите, какие изваяния природа делает. Пройдем, значит, посмотрим, покажу вам большие столбища. Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Мы на больших столбищах. Посмотрите на эту красоту. Вот такая красота у нас. Октябрь месяц. Идем с нами. Какая стена. Так, ну мы идем, идем, наш поход продолжается. Друзья мои, вот лезут по скалам, так, слезают, ну идем. Такая красота. Вот хочу вам показать плиту, которая нависла. Когда-нибудь она съедет. И стена вот такая для альпинистов, скалолазников. Вот дальше мы пойдем. Я покажу. Такая же плита. Она слетела. И получилась такая, как пещерка, убежище.
оставайтесь со мной. Скоро мы дойдем до нее. Я вам покажу. Видите, как зуб торчит. Вот смотрите, как скалы сложены. Такими плитами. Задышался немножко. Вот что вам покажу. Вот скалы. Сейчас вот заберусь на этот уступ. И меня снимут на видео. Смотрите. Так, ну туда я не пойду. Можно снести. Вот, друзья мои, наше путешествие продолжается. Да, конечно, вас снимаю. Вот вы, умнички мои. Как я без вас? Как? Какая у нас отдышка. Отдышка. Здорово. Вон туда залезь. Это пещера. Вот Ася нашла вот пещеру. Вот для спячки медведя. Одного. Одного? А двое не поместится? Нет. Ну, ладно. В общем, короче, надо идти подальше отсюда. Ты туда не полезешь? Нет. Ну ладно. Не рискуй, друзья мои. Поднимаемся мы к смотровой площадке. Ну, обидно, что ветер поднимается. Но, может, нам повезет. Идем. Идем, идем, идем. Я на больших столбищах. Всем привет. Мои друзья, я с вами. Ну, посмотрите, друзья. Вот мы поднялись на большие столбища. Вот такие они. Ну, вот дует ветерок. Жалко, конечно. Порывы. Ну, покажу вам панораму. Панораму наших гор. Хребет Инзерские зубчатки. Ветер. Подожду, пока стихнет. Вот, друзья мои, гора Елангас. Ветер вроде стих немножко. Показываю вам панораму наших гор. Вот вроде ветер стих. Показываю вам Ямантау. Наша таинственная гора. Вся в снегу. Такая огромная гора. Вот мы подошли к этой скале. Посмотрите. Какая громада. И вот вам хочу показать. Вот сейчас мне Ася подсказала. Вот это похоже на дельфина. Вот смотрите. И глаз там есть.
Ну, конечно, фантазировать можно по-разному, но что-то есть. И вот сейчас мы подойдем к пещерке небольшой. Вот сейчас сразу вам показываю. Вот видите, пятно желтое, коричневое. Вот с него сорвалась огромная плита. Я сейчас покажу, куда она упала. И вот она, вот так вот она. Вот она. Видите? Сейчас я подойду. Мы там поснимаемся. Идем. Шел поближе. Сейчас мы туда заглянем. Там можно прятаться целой бригаде туристов. Посмотрите, как здесь. Вот она. Какая плита рухнула. Ну там сухо. Вот так у нас горы. Вот они, столбища. Видите, какие. И вот плита. Вот видно, оттуда рухнула. Вот она так вот и лежит. Укрытие для зверей и людей. Вот с другого ракурса снимаю. Такие столбища. Ну, красиво, конечно. Но погода уже портится, дело к вечеру идет. Скоро мы будем возвращаться. Но оставайтесь со мной, сейчас мы еще пройдем немного. Сниму. Вот, друзья мои, посмотрите, какая красота. Такая вот расщелина. Показываю вам во всей красе. Стоят стражи Уральских гор. Пройду, вот отсюда еще покажу, с этого ракурса. Ну, дошли мы до окончания больших столбищ. Тут вот такая красота. Все, хребет закончился. Ну, метров 500-700 мы прошли. Мы залазили. Такая вот красота. Сейчас будем возвращаться. Что-нибудь вам еще покажу. Ну вот, друзья мои, закончился наш поход на большие столбища. Я думаю, вам было интересно с нами. С вами был Владимир. Всем мира и добра. Всем удачи. Пока-пока.